Если цепочкой будут руководить очередные клоуны, которые будут просто людей класть на мясо, то мы там не будем в личной цепочке участвовать. У нас нехватка боеприпасов 70%! Шойгу! Герасимов! Где боеприпасы? Спасибо Владимиру Владимировичу Путину, что дал нам эту возможность и высокую честь защищать свою родину. Я знаю, что это не так.